Господдержку в размере 10 тысяч рублей на школьников начнут выплачивать раньше заявленного срока. Деньги на счет должны поступить со 2 августа, а не 16-го. Так у родителей будет возможность не спеша подготовить детей к новому учебному году, заявил президент Владимир Путин на совещании с министром просвещения страны Сергеем Кравцовым и главой Минтруда Антоном Котяковым. Технический Кабмин готов выплатить средства раньше, поэтому уже в начале следующей недели 17 миллионов детей получат эту меру поддержки.